Леса России как источник вдохновения. В стране стартовал уникальный художественный проект. Талантливые художники посещают лесные регионы страны и создают цикл тематических работ в технике акварели, масла и пастели. Леса России – это совместный проект Россельхоза и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Знаете, испокон веку пошло, что лес и одевал, и обувал, и как средство строительства, это в конце концов и зеленые легкие не только нашего государства, потому что 1 146 000 000 гектаров лесного фонда, 25% лесных богатств вообще всей планеты. Поэтому это и потрясающая красивая среда, где многие из нас там отдыхают. В рамках проекта «Леса России» уже в этом году будет организована передвижная выставка, которую планируется демонстрировать на федеральных и региональных площадках, наиболее посещаемых любителями пейзажей. Вместе с Сергеем Николаевичем Андриякой, вместе с Академией акварели и изобразительного искусства, мы открываем проект «Леса России». В конце концов, мы просто обязаны дать дань эстетическому началу леса, той роли, которую он играет. В полевых условиях молодые художники проведут мастер-классы, пробные уроки живописи для учащихся и педагогов школьных лесничеств, художественных школ и творческой молодежи, где каждый сможет познакомиться с мастерами академии, задать вопросы и написать свою картину. Проект призван популяризировать красоту и богатство российского леса через классическое изобразительное искусство, а также еще раз привлечь внимание людей к бережному отношению к природе, российскому лесу. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».